Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал его под фокусное расстояние 135 мм и диафрагму 2,8. Сейчас я вам покажу. Вот он наклеен на мой тестовый переходничок на двухсторонний скотч. Вот смотрите, диафрагма 2,8, фокусная 135 и время входа в режим программирования перепрограммировано с 10 секунд на 1 секунду для удобства дальнейшего программирования или инвестировки точки подтверждения. Все манипуляции в режиме программирования лучше всего проводить в режиме AES-серво. Вот он, ваш одуванчик, полностью запрограммированный, полностью рабочий. И это полочка. Сейчас я наклею одуванчик на полочку, и он приедет к вам уже подготовленный полностью к наклейке на внутреннюю поверхность переходничка. Так, смотрите, я наклеил одуванчик на полочку. Вот таким образом устанавливается калибр. На калибре есть ножка, упор, которая вставляется в стопорное отверстие на переходнике. Вот. И одуванчик на полочке прикрепляется к внутренней стенке. Посмотрите, пожалуйста, в письме от меня на ваш почтовый ящик. Я отправил ссылки на страницу сайта Лушникова, где об этом рассказывается подробно. Ни в коем случае не наносите клей на сам одуванчик, наносите его только на стенку, на внутреннюю стенку и на внешний край вашего переходника, и потом прикладывайте по калибру. Делайте все аккуратно, дожидайтесь, пока клей высохнет. Если у вас есть клей-момент гель, я бы советовал использовать его. Вот. Ну, если клей-момента геля нет, то можно использовать клей, который я вам присылаю в комплекте с одуванчиком. Сейчас я это все упакую, и в понедельник посылочка поедет к вам. Спасибо за внимание.